Всем привет! Сегодня мы будем стричь газон. Что-то он очень сильно подрос. Дорожку еще пробежимся, почистим. И мусорку покрасим, чтобы все было красиво. Так. Ну что ж, приступим. Сейчас газовую косилку возьмем и поедем. Как говорится. Вот такая у меня газонокосилка, макитовская. Вот такая модель. Уже где-то, ну, 3-4 года, может быть, чуть больше, она у меня нормально работает. Травосборник такой вот. Ее преимущество, что она с прямым приводом, то есть именно прямой привод от двигателя идет, не через ремень что-то там, а именно прямой привод прошлогодний газон. Вот это преимущество. И преимущество в том, что есть вот такие вот у ножа лопасти, да, которые отлично закидывают всю траву именно в пылесборник. Ну, как пылесос работает, ну, мне понравились, потому что в предыдущей газонокосилке у меня не было вот этого, а здесь я понял, что это преимущество довольно-таки хорошее. Ну, в таком виде она сейчас. Колеса регулируются, разная высота, ну, я ставлю там примерно, на какой у меня, на среднем положении стоит. Вот и где-то примерно, ну, там сантиметров 3-5 остается газонной травы. В принципе, Макита есть Макита, конечно. Вот. Единственное, что я здесь сделал, здесь, конечно, сделано по не очень умному. Вот такая вилка здесь. То есть как ничего. В общем, я сделал вот такой вот переходничок. Он сюда втыкается. И здесь уже нормальная вилка. В удлинитель вставляем, и все работает. Так, все, сейчас начнем стричь газон. Я камеру закреплю на руль. Думаю, что должно работать будет. Так, ну что, вперед и с песнями. Продолжаем наши забавы. Все, поехали. We'll be right back.
Ну что, друзья, получился вот такой мешок, практически полный. Вот так все красиво выглядит. Газону уже больше 13 лет, они обычно 5-7 лет живут, газоны. Ну, вот что есть, то есть. Он лысеет, конечно, но пока еще держится более-менее. Вот так пробежались. Вот у соседей, вот у нас. Вот такую чистоту, порядок навели. Все круто, в натуре класс. Красивая мусорница. Здесь все почистили. До новых встреч!